привет! Мы находимся в Риме, подъезжаем к Колизею. Хотела вам показать, сегодня 14 марта. Хотела вам показать, как пусто в Риме. Вообще никого нет, очень мало машин. Все по домам сидят. Вот. Все, кто выходят, останавливает полиция, карабинеры, спрашивают, куда вы идете, зачем идете, когда вернетесь. У вас должен быть специальный аутоцертификат, такой называется, где будет написано ваше имя, фамилия, когда вы вышли, когда вы вернетесь домой. Вот посмотрите, Колизей, здесь обычно тьма народу, очень много туристов и никого нет. Несмотря на то, что сегодня суббота, обычно суббота, воскресенье, здесь негде протолкнуться. Колизей закрыт уже давно, буквально, мне кажется, уже 3 недели он закрыт. Смотрите, нету ни души, вообще никого. Это нонсенс, это нонсенс. Никогда не было такого времени, никогда, ребят. Это просто даже шокирует. Есть там пару человек, которые выходят с собакой погулять, или сумасшедшие спортсмены, которые бегают, все никак не набегаются. Вот палатин тоже здесь всегда очереди. Никого нет, все закрыто на 3 замка. Вот так вот. Как говорится, дело дрянь. Это, конечно, для экономики итальянской это сказать плохо, мало сказать. Ну, все для здоровья людей, конечно, на первое место. Здесь такая погода сегодня пасмурная, дождик даже прошел немножко. Вот смотрите сами, людей вообще нет. Вот, если люди выходят без надобности, то есть можно выйти по 3 причинам, да? Можно либо на работу, есть еще, допустим, люди, где работать разрешают, это там больницы, аптеки, супермаркеты, вот они открыты, и люди могут идти на работу. То есть вы должны подтвердить, что вы работаете на одном из этих предприятий. Вот. Либо за покупками можете выйти, либо по каким-то другим причинам навестить стариков и так далее. А если у вас этой причины нет, вы идете просто выпить кофе куда-то там к друзьям, то 300 евро штраф, товарищ. Все, нечего, как говорится. Вот так вот.